Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас постараюсь перекричать дождь и рассказать вам еще об одной мелочи, которую многие упускают. Я вот сейчас обрезаю лишние листья, и пока у меня есть вот такой еще не постриженный шапкой заросший лист, я расскажу, как нужно удалять лишние листья. Все знают, что нижние листья нужно удалять, все это мы знаем, там, которые земли касаются, потом до верхней кисти. Но многие не знают, как делать вот это разрежение в среднем ярусе, не внизу именно, и не макушку, когда мы прищипываем, а в середине. Вот видите, вот куст зарос вообще до такой степени, что видно, что-то нужно удалить. Ясно, что листьев очень много. Зеленая масса, это будет в ущерб цветению, плодоношению, не надо столько листьев, он весь в листьях, тем более листья большие, такие здоровые, зеленые. Они, представьте, сколько они веществ питательных вытягивают вот с этого растения. Нужно удалять. Сейчас я расскажу, как я удаляю, но это рекомендованная классическая схема, специалисты так рекомендуют. Вот нижние листья я удалила, видите, уже пеньки. Давно, еще когда только высадила. Больше я его не трогала, и он зарос вот такими жирными пасынками. Пасынки все я удаляю, видите какие? Они тоже, уже их можно было удалить еще немножко пораньше, но я забегалась, не удалила. Пасынки все удаляю, и вот этот жирный пасынок, который, казалось бы, ствол хочет быть стволом, его тоже удаляю, потому что здесь уже явно наметился. Вот два ствола есть уже зависть. Вот этот жирный, который хочет стать стволом, тоже удаляем. Оставляем пенечек небольшой. С той стороны еще жирнее такой же. Это мы все удалили, это все знают, пасынки все. Потом, вот эти большие, огромные листья, которые по полметра раскинулись от растения, я одну треть тоже удаляю. Потому что это очень много, сильно большие листья. Хотя бы вот столько, три фрагмента с каждого листа я убираю. Потому что сейчас будет тепло, это чрезмерное испарение влаги, все, и внизу тоже. Дальше. Так как началось уже формирование завязи, то нижние два листика я еще удаляю, потому что зеленая масса очень большая, листьев очень много. В результате у меня получилось, что я обрезала все пасынки, два нормальных листа нижних и два фрагмента, вот эти верхушечная часть. И этого на один раз достаточно, больше не надо. Если вы будете удалять сразу много листьев, баланс растения может как-то сместиться, оно привыкло к определенному количеству листьев. 2-3 листа. Вот за один подход. Я удалила 3 листа, удалила все пасынки. Но вот здесь оказалось, что больше удалять нечего. Хотела сказать про средний ярус. Средний ярус. И чтобы прорядить средний ярус, нужно удалить тоже несколько листьев, нужно удалить. Но какие именно? Обычно, которые листья идут наружу, вот так висят наружу, мы их оставляем. Убираем листья, которые идут вовнутрь. Вот видите, вот у этого томата вот этот лист, он идет вовнутрь, проходит аж через весь томат вот этот, и вот здесь высовывается. Он здесь чужой, он здесь не нужен. Поэтому листья, которые идут вовнутрь в среднем ярусе и загущают посадки, мы тоже раз, я удаляю все. Вот у этого, кстати, томата нет листьев, которые идут вовнутрь, они все наружу. Вот видите, этот сюда, этот сюда, этот сюда. Все, получилось культурное растение. Удалила нижние листья, удалила треть пластины больших листьев и удалила лист, который идет внутрь, шел вот туда. И вот про средний ярус, именно на этом я хотела заострить ваше внимание. Кроме удаления нижних листьев, кроме удаления пасынков, если даже после того, как вы удалите листья, удалите все пасынки, все это удалите, и будет еще густо, удаляете со среднего яруса листья, которые загораживают цветы, загораживают вот эти плоды и не дают солнцу поступать, и которые идут вовнутрь.
Вот видите, вот тоже лист идет вовнутрь, он весь изогнулся, это с того томата. Я его на ту сторону перейду, и когда буду формировать тот куст, я его тоже удалю. Он вот сюда прям идет, в эту сторону, не надо. Все, до свидания. Вот эта тема о том, как удалять листья, какие удалять листья в первую очередь, и какие, если даже не поможет удаление пасынков и лишних листьев, какие удалять в среднем ярусе. Все, до свидания. Я сегодня буду весь день в теплице. Если еще что-то важное вспомню по мере работы, я вот что буду делать, все буду вам показывать. До свидания.